Благодаря сформированной судебной практике по спорам, связанным с взысканием таможенных платежей, отменены решения судов об отказе во взыскании платежей с физических лиц и предотвращена потеря суммы свыше 22 миллионов тенге. Также следует отметить, что принципиальная позиция прокуроров способствовала отмене решения суда 2013 года. А именно в результате принятых мер по вновь открытым обстоятельствам отменено решение Ингишинского районного суда города Шымкент о взыскании государства 165 миллионов тенге с вынесением решения суда об отказе взыскания компенсации. Основанием для принятия мер послужила поддельная справка, изготовленная бывшим бухгалтером Департамента автомобильных дорог, которая приговором Ингишинского районного суда осуждена по частям части 1 и 3 статьи 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан к 1 году лишения свободы. В сфере гражданского судопроизводства предотвращены потери бюджета на сумму более 120 миллионов тенге. Причем большую часть актов составляют споры по государственным закупкам. Специализированным Международным экономическим судом области рассмотрено дело по иску государственного учреждения воинской части о взыскании с ТУ «Искра инженеры» суммы штрафных санкций в размере более 8 миллионов тенге. И признание ТО недобросовестными участниками государственных закупок. Решение указанного суда, иск государственного учреждения удовлетворено частично. С данного ТО взыскано 3 миллиона тенге. При этом суд, указав на частное выполнение обязательств по договору ответчика, иск в части взыскания ущерба в размере 5 миллионов тенге оставлен без удовлетворения. Особое внимание в этом году было уделено исполнению судебных актов по взысканию алиментов. В итоге погашено порядка 12 миллионов тенге задолженности. Поставлено на учет по безработице 511 алиментщиков. Из них реально трудоустроено 207 должников. 72 человека привлечены к административной ответственности. Кроме того, в отношении злостных задолжников возбуждено 27 уголовных дел.